Хабаровскому краевому суду 85 лет. Его сотрудники отмечают юбилей. 10 октября местные власти пригласили их на торжественный прием. Поблагодарили за помощь хабаровчанам. Чем судьи и их помощники помогают горожанам, расскажет Павел Игошин. Под звонкие звуки оркестра начинается торжественная церемония. В спортивно-культурном комплексе «Арсеналец» поздравляют работников Хабаровского краевого суда. От профессионализма этих людей зависит, насколько быстро будет решен тот или иной спор. Чаще всего это дела о невыплате заработной платы, разделе имущества при разводе, получении прав на наследство и другие важные для людей вопросы. Мы организуем дело производства судей. Это первая инстанция, можно сказать, куда поступают жалобы. Дела поступают для рассмотрения дальнейшего. Отправляем вовремя как дела, так и ответы на жалобы. Так что у нас все хорошо. Сейчас в Хабаровском краевом суде трудятся более 250 человек. За усердие в работе и быструю реакцию на жалобы хабаровчан их поблагодарил мэр Сергей Кравчук. На протяжении всей своей истории Хабаровский краевой суд стоит на страже идеалов правосудия. Защищает права и законные интересы хабаровчан. Вносит достойный вклад в укрепление социальной стабильности и устойчивое развитие города Хабаровска. Также сотрудники учреждения рассматривают уголовные и административные дела. Жалобы, претензии и обращения от горожан принимают как лично, так и на сайте Хабаровского краевого суда в специальном разделе. Павел Игошин, Евгений Власов. Смотри Хабаровск.